кстати, а не можешь ты попробовать? Нет. Вот у нас, обратите внимание, кончились все спички, костер не горит. И вот что делает Славка. Он добывает. Да, вот-вот уже видно бревно, того гляди вспыхнет. Как бы нам на этом бревне не сгореть. Чувствую, как температура повышается. Ну так подпахнивает уже. Подпахнивает, это хорошо. Так, а вообще надо показать вам. Там вот у нас закинутая снасти, да. Что-то мы соорудили типа донки. И мы пытаемся поймать там рыбу на черный хлеб. Не знаю, ну черный хлеб, наверное, не ест морская рыба. Хотя морская рыба с черным хлебом, например, неплохо. Если она морская, даже чугная должна быть. Ну ладно, сейчас я вам, наверное, даже покажу. Пойду дойду до моря, до берега. Да, берега, и покажу эту наше устройство, которое мы соорудили буквально вот на этом бревне, вспоминая вот это наследие предков, эти поморские традиции, да, все. Но костер мы не разожгли. Это у нас Белое море. Холоднющее. А, вот, вот. Вот наша гонка. А вон дорёжка. Вот наша гонка. И там, наверное, рыбы. Капец. Ну, ладно, давайте продолжим. В общем, никакая рыба не поймалась. Ничего. Но азарт остался. Костер не смог найти. Да, ну ладно, ну, еще да, костер. Быть огонь у нас просто мы ограничены по времени, так бы мы, конечно, бы его добыли. Да. Потому что, ну, ты уже близок к тому, чтобы все воспламенилось. Риша утопила кепку еще. Не знаю, что-то сегодня с рыбалкой у нас как-то не очень. Хотя, что говорить, сегодня у нас это мы первый раз на рыбалке. Вот так вот, чтобы с семьей, да? Да. Ну, так я когда последний раз рыбачил-то? 10 лет назад. Да чего? О, лет. Блин, забыл то, что тебе не 30, а 40. Значит, 20 лет где-то, наверное. Да? Вот так вот. Раньше, конечно, мы сейчас бы уж 20 лет назад тут бы уже берег завален рыбой был бы. Вступить некуда было бы. Да, но времена меняются, стареем, навыки теряем. Но ничего, зато новые приобретаем, качества, другие. А может, рыба не ловится от того, что мы ее вообще-то и не едим. Да? Вот не едим мы рыбу, и все, она и не ловится. Зачем, скажем, ловиться, если мы ее не едим? Вот так, сейчас лучше воды купить. Ну ладно, опять ставим на паузу, посмотрим, может, что-нибудь и выловим. Но рыба хлеб не ест. Блин, тут плохо слушает. Ни хрена не... Нет, не начинается пауза. В общем, мы пошли. Высохнет, не переживай. Сейчас домой поедем. Идем все собираться. Потому что Дарисе и кепку утопила, и рукав замочила. Куда-то и у нас. Сейчас. Сейчас Славка помор вытащит мне вот полные трески. Что-то у нас куда-то все ушло. Наверное, уже... Все, море забрало нашу...
Я понял, короче, сразу три рыбины клюнуло, там три крючка, и утащили они снасти наши. Ёлки-палки, а? Вот мы прошляпили-то, а? Ага, батарея кончается. Рыба утянула, вы поглядите, а? Рыба утянула снасть. Капец какой-то, а? Видать, большая была. Блин, блинский. А где хоть след-то? След-то есть у нас? Где у нас сюда следы стоят? Где-то вот так вот как-то немножко, да? Где-то вот здесь вот. Нет, нет. Мне кажется... Ёлки-палки, а? Вот это да. Только буквально вот сейчас закинул. И все. Прощай. Ну ладно, что делать тогда? Попытаемся еще найти. Ну, я думаю, что вряд ли. Все, ботинки еще промокли. Блин, а что так это, а? Ну как-то, ну вообще, ну неприятно, осадок какой-то остался. Ладно, хоть без рыбы, а... Блин, донку-то, а? Такую мощную соорудили, и она уплыла. Что такое, а? Пару минут назад все было отлично, а теперь нет. Батарейка заканчивается уже на втором смартфоне. Этот снимает плохонько. Первый пораньше умер. Вот тогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, что делать? Это хорошо, мы удочки из машины достали.